Всем зрителям, подписчикам привет. Начинается у нас монтаж теплицы Легенда. Размер 4 на 8 с перегородкой. Пока собираем брус. Параллельно собираем торцы. Процесс идет. Теплицу мы поставили, обшили стены поликом. Установили переливы. Сейчас будем крыть крышу. Останется потом покрыть форточки, покрыть двери. Ну и так по мелочи много чего. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 4 на 8. Идем смотреть. Цельные двери по торцам. Перегородка двухстворчатой дверью посерединке. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 60, 20 на 20 используется. Также 20 на 40 покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас здесь 4 коньковые форточки на всю теплицу, 4 стеновые форточки. Есть у нас полки откидные, есть кронштейны для полок торцевых. Есть система подвязки, 4 нитки. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, цвет палисандр. Есть диагональные усилители, брус. Кстати, брус закреплен с помощью якорей. Теплица покрыта поликарбонатом толщиной 4 мм, плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Обращаю внимание, что коньковые форточки у нас на приводах. Нижние ручные. Вот такая отличная, очень большая, высокая, просторная, главное, очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.